Всем добрый день. Итак, у нас сегодня практически годовщина, а вернее даже не одна, а две. То есть 2 года с того момента, как прошла модернизация данного ноутбука. Даже больше, но время исчисления начнем с того, когда был установлен процессор и материнская оплата. Все остальные видео монтировались именно при помощи данного ноутбука до момента покупки нового. Это MSI GF63 Zing. Начинаем вот с этого представления нового ноутбука. В дальнейшем идут уже на монтаж и вывод роликов при помощи нового ноутбука. А все остальное с момента установки процессора в данный ноутбук, то есть начиная с этого видео и заканчивая о том, что я сказал ранее, все монтировалось при помощи этого ноутбука. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Так, давайте посмотрим и проанализируем ситуацию. Произошла ли ситуация то, что он сдох, либо до сих пор работает. Заодно проверим и проведем несколько тестов, благодаря которым узнаем производительность. Можете сопоставить с новым. Основные отличия, во сколько раз и на сколько раз новый производительный, чем данный ноутбук. Ввиду того, что Toshiba больше не выпускает ноутбуки, но пришлось выйти из положения и купить ноутбук MSI. Итак, давайте сначала посмотрим общую характеристику, продемонстрируем основные параметры данного ноутбука в различных программах, как непосредственно заложенных в Windows, так и при помощи стандартных тестовых, таких как CPU-Z и AIDA64 Extreme. Также давайте продемонстрируем возможности данного ноутбука в следующих бенчмаркетах. Это Cinebench, различных вариантах исполнения. Дальше OCTT. И также продемонстрируем производительность при помощи архиватора WinRAR, в котором есть тест производительности. We'll be right back.
Давайте продемонстрирую внутренний тест компании Toshiba. Ну, в настоящее время Toshiba переименована DynaBook. И данное программное обеспечение, то есть раньше шло под именем Toshiba, сейчас идет под DynaBook. И как видим, я демонстрировал этот тест после того, как установил ноутбук процессор. И как видим, еще через год я провел этот тест. И совсем недавно также провел тест. Результаты, как видите у вас на экране, никаких отклонений по производительности и так далее, работы системы охлаждения не обнаружено. То есть ноутбук проходит тестирование и никаких замечаний не имеет.
В настоящее время ноутбук успешно также используется для различных целей, не только как печатная машинка, но и по возможности производства различных видеороликов. С 2010 года уже идет 11 год, плюс модернизация 2 года назад. Все работает без проблем, никаких отклонений я не увидел. Итак, я вам продемонстрировал возможности модернизированного ноутбука Toshiba H661EN после замены процессора и материнской платы, и также еще ранее были заменены SSD-накопитель, вернее заменен жесткий диск на SSD-накопитель, и также вместо привода был установлен жесткий диск для хранилища. Да, и также здесь установлена память в виде 16 гигабайт двумя планками по 8, что тоже влияет на производительность данного ноутбука. Я продемонстрировал модернизацию ноутбука. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал и продемонстрировал вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.